Приветствую ценителей классной домашней еды. Делаю рагу. Ингредиенты перед вами. Справа там цыплячьи плечики. Вот так надо чистить стручковую фасоль, отрезать хвостики пополам. Вот чтобы этих ниточек не было, либо они были тоненькими, не твердыми. Но это при покупке лучше так проверять. Если они твердые, то лучше не покупать. Фасоль уже вымыта, очищена, помидоры в кипяток, перчик попробовал и половинку его использую. Ну, хорошее масло растительное, ну, миллилитров, пожалуй, 60, может, 80, потому что жирных ингредиентов нет вовсе. Начинаю обжаривать эти плечики. Но они качественные, хорошие. Белорусское производство. Режу чеснок. Вот так, горошину, может, с полгорошины. Плечики переворачиваю через 5 минут. И минут 10 они обжаривались снаружи, естественно. Оставаясь внутри практически сырыми. Большую луковицу можно две взять. Цветная капуста, сколько поместится, столько я и запихаю сегодня. А перчик, я уже сказал, довольно острым оказался, и половину его использую. Ну и блюдо не будет острым, но будет ароматным. Ну, капусту я предпочитаю делить вот так вот на эти соцветия, не мелкими, а достаточно крупными кусочками. Ну, мне так нравится. Вот остался кусок, я его пока отложил, может быть, добавлю. Но потом так и не добавил, потому что места больше не было. Помидоры очистил, горячая вода, холодная. И они сразу легко снимаются с них кожица. Нарезал. В общем-то, работы немного здесь. Плечики жарились 10 минут, добавляю лук. Ну, он нагрев максимально держу. Конфорка средняя. И вот так обжариваю теперь с луком, пока лук сначала станет прозрачным, а потом даже бронзовеет, золотистым становится. Кладу чеснок и чили. Добавляю немножко масла на чеснок. Ну и через минуту примерно, не более чем минуту, кладу помидоры. Теперь переставил на большую конфорку, дал максимальный нагрев. Круто посолил, даже пересолил содержимое. Но еще же будут овощи довольно много, поэтому будет в самый раз. Уложил цветную капусту и фасоль. Я такое сочетание никогда не применял, но в этот раз решил применить. И получилось очень даже достойно и классно, и вкусно. Еда должна быть разнообразной. А так-то фасоль я готовлю каждый раз в сезон. Ну, 2-3 раза. Вода еще в чайнике не закипела. Немножко воды добавил. Накрыл крышкой. Вот теперь вода закипела. Добавил кипяток, обмял, примял и под крышкой на слабом нагреве минут 20-22 минуты у меня готовилось это блюдо. Я проверил минут через 5-7, прижав все и попробовав на соль, все классно. Всего, значит, под крышкой готовились овощи 22 минуты, слабый нагрев был. Ну, все готово. Зелень сюда не стал добавлять. Добавлю при подаче. Ну, получилась классная штука, реально. Я должен сказать, что если бы даже плечиков не было, то все равно была бы классная штука. Вот
тогда бы, может быть, имело смысл сделать на сливочном или топленом масле. Подаю, посыпал кинзой. Вкусно, просто замечательно. Рекомендую. Всем приятного аппетита. Пока.